лучшей лиги мира, в котором Шинник будет принимать СКА Хабаровск. Болельщики потихоньку подтягиваются на трибуны. Хорошая достаточно погода в Ярославле. Около плюс 20 градусов. Светит солнышко, небольшой ветер, но тем не менее болельщики наверняка сегодня праздничный день посетят этот матч, потому что для ярославцев он последний в сезоне. Также все, в принципе, понятно по расстановке. 3-4-3 по изменениям в стартовом составе. Всего лишь одно у дальневосточников. Тимур Жамалетдинов у нас появился с первых минут. Передача. Ишхан улучшает позицию. Подача справа ноги. Опасно может быть. Шарль опять головой кивал в дальний угол Дениса Вамбольта. Но не получилось. Шарль. 29 номер. Гилаян на левом фланге пытается Семенова накрутить. Петров пускает мяч чуть назад. И удар, наверное, будет низом. Опасно. Юрий Бавин приложился за пределы штрафной площади. С левой ноги готовится подавать. Мяч летит в штрафную площадь. Верховая борьба, кто выиграет. Везенков подключается. Гилаян разворачивается. Ишхан бьет поворотом. Самойлов немножко подставил ногу. Падает Гилаян. И что, удар от ворот? Либо... Смотрим, подача штрафную. Хорошая траектория мяча. Кулишев! Кулишев или нет? Это Покидышев. Покидышев подключился. Центральный защитник. Два парня с хорошей такой короткой стрижкой, да, прической. Можно играть, если нужно помочь. Так и есть. Самойлов. Передача с левой ноги. С родной Кулишев. Падение. А почему бы нет? В районе 11-метровой отметки. Нырнул, упал. Зинков направо. Семенов, свободная зона. Пострана бьет низом. Здорово рядом со штангой здесь. Самойлов. Дмитрий Самойлов. 15 номер ярославского Шинника. Самойлов. Не забегает Семенов. Самойлов. Ух, опять рядышком мяч попадает в бутылку с водой. И мамова болельщики хватаются за голову и не угловой. Дмитрий Самойлов. Опять будоражит ворота соперника. И все со своей левой ноги. Павел Кузнецов. Коренной ярославец может появиться на поле. И как же рядом был. Евгений Осипов подставлял ногу, как клюшка, словно хоккеист после передачи Романа Емельянова. А может быть, опасно сейчас. Нангарцев открывается. Удар на позицию. Удар низом. Было опасно, согласитесь. Да. Артем Симонян, номер 77 на ваших экранах. Здесь упал на газоне Артем Симонян. Самойлов делает передачу под утра. Кулишев. Ой, гол! Какой же чудо-гол! Артем Кулишев забивает втором туре подряд паутину и рикошет за линию ворот. Шинник в концовке все-таки додавливает СКА Хабаровск. И Кулишев забивал Туле, забивает Хабаровску. Давайте смотреть. Самойлов здесь пытался прострелить очень неудачно. Действует Денис Фомин, адресует мяч прямо на ногу Кулишеву. И Артем Кулишев с правой ноги в ближнюю девятку, в крестовину уже забивает паутиночку. Снимает с крестовины Ислама Имамова. Ну что, есть у нас еще пару минуточек у капитана Ильи Петрова и всех одноклубников. Удар низом, опасно может быть. Ух ты! Вот это ударище, и очень-очень рядом было. Тоже это бил. Сосранов он пытается. И все. Свисток об окончании матча. Шинник одерживает победу над СКА Хабаровск со счетом 1-0 благодаря мячу Артема Кулишева и ужасный срез Дениса Фомина. Спасибо, что следили за этим поединком. Ходите на стадион и болейте за своих.